Всем здоров, дорогие друзья! Сегодня мы с вами играем в игру под названием Durways Old Prototype. Какой-то старый прототип. Вот. Про игру я не читал, вообще не знаю, что и как, и где, и что и с чем это едят. Вот. Посмотрел то, что там вроде как положительные отзывы, скачал, и давай установил, давай играть. Вот. Давайте старт, и погнали. Старт, и погнали. Так. О, сразу мы управляем уже. Что-то как-то так... прям укачивает камера. Так, знаете, такое вот ощущение вот и по движению камеры, как будто игра заточена под VR. Опять на английском, короче, все бла-бла-бла, ставим на паузу, короче, читаем. Да, видите, он как-то вот так сворачивает это все. Такое ощущение, как будто вот еще рук не хватает там, такое ощущение, как будто под VR там заточен. Вот. Ну ладно, мы будем без VR играть. Так, бег он уже сразу бегает, а на Shift он у нас ходит. Так, лодинг, загрузка. Сейчас мы посмотрим, куда нашего главного героя снова бросят. The Abyss какой-то. Заебись. Это не ругательство. Не ругательство ни в коем случае. Так было название. Окей. Так, снова ад, что ли? Снова преисподняя какая-то? Хера разогнался. Окей. Так, ладно, допустим. Смотри, там внизу какие-то виды всякие открываются. Огонь летит наверх. Как-то странно. Окей, давай, ладно, побежали. Побежали, для нас дорожку выкроили. Так, снова записюли. Так, что у нас здесь? Тут нам не пройти, давай бежим дальше по лесенкам. Не бьет ничего, только бежит, короче. Бежит, прыгает и садится. Окей. Так, здесь ничего не появляется у нас. О, смотри, дорожка сюда. А, смотри, прыгать. Это как, знаете, как этот... типа раннер, знаете, да? Такой стиль, жанр есть игр. Так, на кнопочку нажали. И что нам это дало? На кнопочку нажали обратно, что ли, надо? Ну давай, обратно. Окей. О, смотри, там что-то даже крутится. Вертится, крутится. А, она вон, поехала. Поехало. Ой, я перепрыгнул. Окей, ладно. Так. Отлично. Короче, я так понимаю, суть игры, мы будем проходить всякие препятствия, что ли. Прыгать, везде лазить. Кнопки нажимать. О, смотри, там... целый остров прилетел. Не, визуально составляющая неплохо, неплохо для инди-проекта, неплохо сделано. В принципе, смотрите, да? Как бы так вот. Все гладко. Оптимизация. Я опять упал. Чертова оптимизация. Оптимизация нормально, прям гладко все работает. Да что ты? Теперь не допрыгнул. Не, такие вот игры, знаете, вот прыгать, что-то лазить, это не моего, не мой стиль, не моего жанра, знаете. Мне либо побояться, что-нибудь поползать, полазить, знаете, либо пострелять, побегать. Вот мой стиль игры моего жанра. Оп. А вот это резкий поворот, ни хера себе. Какие-то цепи. Какое-то помещение. Цепи. Так. Что дальше? А, дальше. Дальше снова прыгать. Окей. Дальше снова прыгать. Так, я так полагаю, нам сюда. Оп, смотри, типа препятствия, что ли, да, теперь у нас. Окей. Херня, не препятствия.
Так. О, смотри, H2, да, прям H2. Так. Оп, отлично, все четко. Все четко. Походу наш главный герой как бы разбиться не может, да, он так это с таких высот падает. Ему насрать. Так, поехали, куда нас привезешь? Куда нас привезешь? Да, это что-то, знаете, напоминает какой-то типа ад, что ли, да, такой. Ад Пресподня. Либо, знаете, типа как вход в ад. Смотри, что-то новенькое. Чё, watch your step. А, короче, они разваливаются. Надо быстро прыгать. Короче, с каждым разом будут новые препятствия появляться. Я понял. Воу! Вот этого я не ожидал, что огонь будет. Ладно. Воу-воу-воу-воу. Четко. Надо, короче, выбирать просто момент. О, смотри, какие-то больницы, что ли, да? Ой-ой-ой, чуть не свалился. Засмотрелся на лампу и чуть не свалился. О, смотри. Записули, чуть не пропустили. Окей. Так, здесь у нас всякие операционные столы. Так, окей. Что у нас тут? Hold mouse, left click. Left. А, типа двигать. А, смотри, мы можем двигать. Мы можем двигать. Я так полагаю, нам вот сюда вот надо, да, передвинуть. Чтобы вот сюда запрыгнуть. Отлично. Отлично. Так, я понял. Теперь тебя вот сюда. Отлично. А, я здесь не допрыгнул. Я здесь... В смысле? Погоди. Когда... Смотри, надо ближе отодвигать, да? Смотри, я ближе пододвинул. По идее, я должен... Эй, не допрыгнул. Еще дальше. Еще дальше. Ладно. Я тебя услышал, чувак. Я тебя услышал. Давай. Давай вот так. Да что ты? Не допрыгнул опять. Как? Еще дальше, может? Вот так вот. Погоди. О, все, запрыгнул, залетел. Залетел. Короче, это типа, это, знаете, паркур в Преисподней. О, вот это уже посложнее будет. Ладно, я понял. Так, вот это не должна разваливаться. Окей. Так. Оп, отлично. Отлично. Так. Блин, огнем, наверное, меня захерачил. Ладно. О, смотри. Недалеко начал. Недалеко. Это радует. Перепрыгнул. Я говорю, это не мое. Это какая-то жесть. Погоди. Оп. Опачка. Все, четко. Отлично. Когда ж вы кончитесь? Погоди. Ты смотри. Вот эту надо штуку передвинуть, наверное, вот так. Чтобы я мог вот сюда запрыгнуть. А, вот эту теперь двигать вон туда. Стой. Еще подальше, типа, отодвинуть ее. Так. Да блин, не допрыгнул. Ну что ты будешь делать-то, а? Что такое кривоногий-то? Так.
Давай, мы сейчас тебе ящичек. Дальше не двигается, смотри. Ушел. Я думал, я перепрыгнул. Окей. Так, погоди. А до туда-то я допрыгнул, что ли? Хочешь сказать? Такой. Нихера себе. Нихера себе. Такой прям Супермен. Так, а эту... Все, она... Нам до нее не достать. А до этой я не допрыгнул. Не допрыгнул! Жесть. Вау-вау-вау-вау-вау. Погоди, так. Вон туда. Отлично. А эта должна катиться. Я думал, туда вообще, на мост. Там вроде как выход был. Написано. Точнее, не написано, там ничего не было написано, это я вам придумал. Ладно. Опа! Что-то новое. Что-то новое. Да херня, это новое, короче. О, а вот это уже. Надо убирать моменты. Вот так. Херня. Херня, все, пройдем. Нас этим не запугаешь вообще. Просто. Херотень. Все на изи проходится. Так. Смотри, вон та штука, она будет сейчас, да, колотить. Нам надо вот туда вот на эти прыгать, короче. Вот так. Так, о, запрыгнул. Отлично. Так, погоди. Так. О, отлично. Нет. Ладно. Так. Надо как-то выбрать момент. Так, поднялась. И. Отлично. Давай. А вот это что-то, да, посложнее. Моментик такой посложнее. Ну, я думаю, фигня сейчас. Сейчас все будет. Сейчас все получится. Давай. Погнал! Вогнал! Да что ты? Почему? Я же все четко делаю. Твою мать. Ты что такой? Непрыгучий. Оп-оп-оп! Да твою мать, а! Издеваешься? Чё так быстро-то стреляют эти огни? Ну-ка. Ну! Жесть, а? Говна кусок. Погнали! Я говорю, погнали! Говна кусок. Ну-ка, стартуем. Я говорю, стартуем. Отлично. Да блин, твою мать, ну. Говна кусок. Не чтоб постоять, подождать, блин. Так. Да куда ты? Че ты не прыгаешь, ты говно? Говна кусок. Давай. Оп. И оп. Отлично. Так, ворота открывай. Ворота мне открой. Дай мне пройти.
Нет? А чё? Может вниз? О! Погоди, мне надо как-то... Отлично. А, она не едет никуда, что ли? А, вон, еще ниже надо падать. Отлично, ладно. Оп! Короче, теперь по этим... Блин. Я даже на эти, через колонны не смог перепрыгнуть. Ладно, хер с ними, с этими колоннами. Окей, о! Смотри, мы прошли. Мы дошли опять... До больницы или что это? Окей. О, снова лодинг. Мы что-то прошли, мы куда-то продвинулись, короче. The Auditorium. Окей. Так. А это что? О. Сейчас нам скажут, что это такое. Так, двери закрылись. Ну, как всегда. Яркий свет. Как всегда. Так. Бла-бла-бла. Окей. О, смотри, враги! Враги! Какой-то чувак из Вархаммера. Бежит, смотри. А что мне надо делать? Мне от него убегать надо или что? Или мне его так вот обойти просто? Какие-то глисты за ним ползут. Ладно. Ну окей, чувак. Пока. Что это было сейчас, я хер знает. Ладно. Ставим там на паузу, да? Давайте дальше. Так, снова кнопка, да? О! Привет! Ты ж только что убежал, нет? Или ты другой? Ты его друг? Или как? Он меня не видит, смотри. Он, походу, меня... Я тут. Чувак. Чувак, я тут. Ты меня видишь? Или не... А, смотри. А, короче, на эти тени нельзя попадаться, да, на эти глисты, короче, вставать нельзя, и он, если мы встаем на эти глисты, он начинает, это, типа, нас видеть. Окей, это типа поле зрения его. Я понял. Ладно. Так, смотри, коридор. Я думал, сейчас будет за нами кто-то бежать. Прям такой прямой коридор. Так. Ого! Это что-то новенькое. Так, я так понимаю, вот эту всю херню нам надо пройти до вон туда, до двери. Ладно, давай начнем. Так, здесь мы не допрыгнем, наверное, вот здесь. О, так дышит вообще. О, смотри, там камень так сливается просто со стеной. Охереть. Ладно. Так, куда теперь? Туда он вниз? Он все-таки может разбиться? Да ладно. А. Или да, мы разбились, или... Что-то я не понял, а где это мы? Где мы очутились, блин? А, ну да, мы разбились. Короче, надо вон туда. Я вижу камешек, да, вот сюда. Теперь вот сюда. Все четко. Да ёперный театр, ну. Окей. Блин, она так далеко все стоит. Приходится с самого края, короче, прыгать, а это очень опасно. И выше, и выше, и выше. Все. Теперь туда. Отлично.
какие-то, знаете, это, как это недоработанный. Ну как, не, мы не то что недоработаны, мы в этом. Мы находимся внутри разработки, короче, этого Майнкрафта, видите, здесь кубики, херубики всякие. Чуть не перепрыгнул. Так, окей, ладно. Теперь куда? Туда? Или... Нет, туда точно не допрыгну, значит, сюда. Окей. А чё, туда? Не, я думаю, вот сюда. Перелетел. Я думаю, вот сюда. Так, вот сюда. А теперь вот сюда. Отлично. Когда же это кончится? Так. А теперь куда? А, вон, смотри, кубики. Они опять сливаются с этим, со стеной. Вот так хер найдешь, блин. Хер, хер увидишь, а? Так. Отлично. 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 Да, короче, проще пари на репы это все. Несложная ваша игра. Несложная. Вот. Несложно. О, кнопка. Кнопка, открыли дверь. Все, отлично. Теперь нам осталось, смотри, вот всего-то. Туда, туда. Вот туда и в дырку. Да ёб твою мать, а! Знаете, меня всегда вот бесило, да, вот в платформерах вот эта вся херня прыгать по выступам там, по всяким, вот, по всякой этой херне. Но даже не в платформерах, даже взять тот же, не знаю, этот Half-Life первый, да даже второй, наверное. Там тоже моменты были, короче. Ползать, лазить там. Это бесило. Чё за... Эй, чувак, сними розовые очки. Окей. Так. Снова куда-то. О, здорово, давно не видел. Давно тебя не видел, чувак. Окей. Так. Обходняк надо, наверное, да? Ну давай. Ага, хер. Смотри, тупик. Так, а что мне делать? А, погоди. Мне, наверное... Да, смотри, там вон выступ есть. Внизу. Оп. Иди где-нибудь, наверное, обход. Сейчас мы пойдем. О, я же говорю, лесенка, смотри. А, хер. Так, погоди, мне тебя надо, может, призвать. Он же не знает, что я в обход побежал, да? Ну и хитрожопые. Так. О, смотри, смотри. Он вообще хер пойми, где там ползает. Высматривает, ищет меня. Он, наверное, так и будет там стоять, короче. Надо. Давай, 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 давай. Ну почти, почти, почти меня догнал, но хрен. Как говорится, длинные ноги пиздюлей не боятся. Окей. Так, а это что, смотри, снова какой-то ад опять. И этот чувак опять за нами. Ой! Ран, ран, чувак, ран. Беги. Беги. Стоп. А теперь куда? Чё мне делать? Блин, не могу бежать. А что, бежать, нет? What the fuck?
Чувак, ты чё? Я только что рядом с тобой был, ты чё? Смотри. Странный какой-то. Херовый из тебя монстр, скажу. Блядь. Че это было? Что это сейчас было? Окей, смотри, целая куча бумажек опять. Ну давай. Давай начнем читать. Точнее, вы там ставьте на паузу и читайте. Что-то там чаптер 3. Чаптер 4. И, наверное, чаптер 5. Нет. Иван Русьджан. Иван Русьджан! Проект Ивана Русьджана. О. Какая-то лисинка. Лисинка. О, наверное, прошли снова это. Типа главу, наверное, прошли, да? Смотри, лоудинг. Отлично, что дальше? Что дальше? А дальше у нас все. Дальше у нас кредиты и старт и оптимус. Короче, мы прошли игру. Я, короче, ничего не понял, но было интересно. И вообще просто про что, что, к чему и как эта игра, и я ни хера не понял. Ну, а вам, если кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, вот, пишем комментарии, не забываем. И с вами был Валерий. Всем пока.